Я снова всех категорически приветствую. Сегодня у нас очередная распаковочка. Сегодня у нас всего-навсего две посылочки. Поэтому распаковочка будет коротенькая. Я, в принципе, знаю, что в этих посылочках. В обеих. Обе я давно уже ждал. Первая посылочка это моему другу, товарищу. Которому в прошлый раз приезжали велосипедные аксессуары. Вот, шлем, там, держатель, бутылка. Ну, помните. Теперь ему приехала подсветка на велосипед. Что за подсветка? Объясняю. Это сзади вешается фонарь красный. Он светит. И лазерная указка на нем есть. Вот. Лазерная указка рисует две полоски сзади него по бокам. То есть как бы обозначает габариты велосипедиста. Если велосипедист едет в ночное время суток, это очень хорошо, потому что просто красный огонек, это просто красный огонек. Вот видите, кстати, как выглядит. Красный огонек, ну он, конечно, многое говорит, но многим говорит еще не все. Вот, а так сзади на дороге рисуются две полоски, вот, которые обозначают велосипедист, и сзади две полоски, вот, которые обозначают габариты его движения. Вот, вот мы видим красный огонек, тут три светодиода, даже не, по-моему, пять или три. Ну вот три точно, и там сбоку вроде по одному, похоже на то, да, пять. Вот, 5 светодиодиков и сбоку 2 вот лазерных таких указочки. Здесь у нас надо вставить батареечки. Здесь он включается. Вот, включается отдельно подсветка, фонарик. И отдельно включается лазер. Вот, а тут открываем крышечку. Крышечка открывается плотно, хорошо. Это хорошо. Не разболтается быстро. На двух пальчиковых батареечках работает, как мы видим. Ну, в принципе, я думаю, даже при постоянной езде хватит его надолго. Вот. Собран так, ну, скажу вам, ну, плотный такой, ничего не гуляет, ничего не это. Должен работать хорошо. Вот такая интересная штучка. Это крепеж. Хомут для крепежа. Соответственно, вот так он сзади одевается. Вот. А здесь защелка, чтобы вынуть. Оп, защелкнулась, так его не вымешь. Ну, только отломать можно. Видите, здесь зубчик. Здесь пазик. Он щелкивается и все. И привет. Ждет. Вот, вот такая вот штучка. Очень, говорят, полезная, очень интересная и популярная. Кстати, стоит там недорого что-то, ну, вообще какие-то несерьезные деньги, копеечная сумма. Теперь вторая посылка, не менее интересная, не менее оригинальная. Я уже заказывал, не помню, была у меня распаковка на эту посылку, или я ее и так открыл. Или она была в тех, которая запоролась. Но здесь зубные щетки. Да-да, вы не ослышались, зубные щетки. Но не совсем простые. Я уже заказывал, уже пользуюсь. Родственники мои, знакомые пользуются зубными щетками. Бамбуковыми. Бамбуковые зубные щетки с углем. Вот. Очень мне понравились, очень интересные. После них действительно, ну, может быть, это, конечно, можно было бы списать на эффект плацебо, но мы видим то, что мы видим. Вот. Но после него действительно зубы стали намного белее. Я не знаю, каким образом, может, действительно они там в пластмассу там добавляют какой-то уголь, может, еще что-то. Вот. Это у нас пришли, я заказал в этот раз уже желтые. В прошлый раз я заказывал черные. Они были идентичные, только, ну, ручка коричневая, а ворса черная. Вот. Теперь решил заказать более веселенькие.
решил заказать вот такие вот желтенькие. Ну, они тоже так называемые нано. Вот. То есть 4 упаковочки их у нас. Вот. Будем пользоваться, будем проверять. Желтые не хуже ли черных? Я сомневаюсь, та же фирма тоже все. Вот, только я думаю, тут красителя какого-то добавили вместо черных просто. Вот. Волосы китайцы нам свои прислали. Спасибо. Вот. Что не использую сам, пораздариваю, пораздаю друзьям, знакомым, родственникам. Пусть все пользуются, пусть всем будет интересно. Вот. Ну, собственно, их я пробовал, мне очень понравились. Если что, рекомендую, смело можно брать. И стоят они дешево, тоже каких-то там вообще копеечных денег стоят. Вот, но польза от них есть. Очень приятные такие. И тоже, что мне понравилось, то есть как бы, ну, защита от дурака, что ли. У них достаточно тонкая шейка и никакого армирования нету. И вот я знаю, что постоянно дантисты говорят, стоматологи, не надо, когда чистишь зубы, сильно налегать на зубную щетку, то есть там повредите эмаль, не надо, будете стирать. И все равно каждое утро одно и то же, трешь со всей силой. А здесь, если то есть, ты превышаешь какое-то усилие необходимое, она просто начинает гнуться. То есть больше, чем нужно, ты физически не сможешь сделать. То есть, ну, раз что прижав пальцами, уже так вот в тупую начав затирать зубы. Вот, ну, что, естественно, никто умный делать не будет. Вот, так что вот такие вот китайцы молодцы. Вот такие интересные вещи делают. Если что, рекомендую. А вам спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Больше лайков, больше желания что-нибудь сделать. Все, удачи всем. Решил еще немножко добавить. Нашел у себя пару батареек, вставил, включил, мне так понравилось. Такой интересный фонарь, решил показать. Доснять кусочек, показать, как он светит. Так, соврал. Тут нужны не пальчиковые, а полупальчиковые батареечки. Вот, две штучки. Вставляем. Закрываем. Вот. Ну, давайте для начала включим светодиод. То есть, ну, первый режим просто горит. Как я и говорил, да, действительно 5 светодиодов, не 3, а 5. Сбоку еще 2. То есть и сбоку будет хорошо видно, а сзади вообще отлично. Вот. Вторым включаем лазер. То есть вот лазер. Две указочки лазерные. Вот, включаем лазер. Вот, ну, вот так вот видно их. Но это здесь, а соответственно сзади велосипеда. Вот они будут светить и будут видны габарит велосипеда. Так как это лазер, он с расстоянием мощность практически не теряет. Ну, даже вот видите, под освещенной, на освещенном пространстве его четко ярко видно. Вот, эти два луча. Вот. А ночью в темноте будут они вообще жечь, как мечи джедаев. Вот, с темной стороны силы. Так что вот смотрите, вот так вот отношу, все равно четко видно, ярко. Вот, но это еще не все. Вот. Вторым кликом по лазеру лазер мигать начинает. То есть моргающий, привлекающий внимание сигнал. Вот, видно вам, да? Третий раз выключается. Но самое интересное начинается со светодиодным фонариком. Тут вторым кликом включается мерехтелка, мигалка. Третьим медленная мигалка. Потом поочередная мигалка. Потом в обратную сторону мигалка. Потом быстрая-быстрая мигалка. Потом туда-сюда мигалка. Вот, и только потом он выключается. То есть его реально пока выключишь, замучаешься. Очень интересный, хороший, классный фонарик. За свои деньги вообще бескомпромиссный. Он там стоит, ну, ерунду, что-то около $3. Ну, вообще даже не смешно.
Вот, за такие деньги приобрести что-то более-менее вменяемое абсолютно невозможно. А здесь реально хорошая вещь. Ну, дебела, хорошо сделана такая крепкая. Ну, нету люфтов, нету вот этой вот игрушечности, знаете, вот этой китайской. Вот. Здесь вот именно вот, ну, берешь, вот он такой вот крепкий. Даже если вот упадет, он все равно будет нормально, не разобьется. Вот. Во всяком случае, ну, такое ощущение создает вот крепости в себе. Вот. Вот такой вот светит очень ярко, очень-очень вызывающе, то есть очень привлекает внимание. Я думаю, в любом случае, то есть как бы ваш велосипед, ну, если вы для велосипеда его будете брать, будет заметен издалека, будет привлекать внимание, и на вас в темноте никто не наедет. Вот. Ну, вот эти вот, ну, лазерные указки, конечно, мне очень сильно нравятся. Очень интересные, очень классные. Ну вот, тут габариты велосипеда, это очень многое, потому что автомобилисты едут, не всегда обращают внимание на огонек, а тут такая вот указочка на полдороги. Все, теперь уже точно все. Всем спасибо, всем пока, всего хорошего.